Это Паля и Шарнушка. Паля никого не принимала, а эту приняла с улицы. И спят в одной корзинке. Шарнушка, ни одной волосинки нет, белой или желтой, а у той ни одной черной нету. Но это такая кошка оказалась ловливая. Смотришь, опять мышку поймала. Вот руку только протяну к ней, вот она вся горбом пошла. До того ласковая. Невозможно, на пипетр становится, на клавиатуру. Вот она, сама такая гладенькая. Вот она. А это Паля у меня, Паля. Паля замечательно пушистая, а это гладкая. И главное, рыжий на там и белый. Два кота, это кошечки, на чердаке. Приехали, получается, четыре. И тут еще три бегают по двору. Каждый год мы их кормим до весны. Ну, 4 и 3, 7. 7 кошек у нас опять. А там я домик выставил. Домик. Его делал Роман Малыш, я так считаю. Может быть, не он, не знаю, но у него там где-то. Вон там, на той стороне, видать. Домик. Там жуланчики. Какая любовь, интересно. Можете задать вопрос о Боге, о вечности. А если у вас есть скайп, по скайпу зайдите. Я вам скину свои ресурсы, самые большие в интернете. Да вы на него не заглядывайте. Сами самостоятельно решайте, куда вам повернуть, влево или вправо. Вопросов нету? Четыре кошки. Она очень хорошая. Синька звать. О-о-о, синька какая. Это сегодня у нас 1 сентября. И моя синька здесь вот. Она двух принесла. Синька пришла. А-а-а. Вот она идет. Да кто подошел ко мне? Да кто такой? Да тебя любят здесь, а? Я подойду поближе к ним. Она катилась у меня. Я еще их слепых отдал сюда. Два котенка. Интересно, один черный без пятнышка, а другой белый с какими-то полосками серыми. Вроде бы так. А может быть, и полосочки-то пояснее потом будут. А это мать их. Ой, ой, ой. Глаза тоже синие. Чашечка здесь, воды нету. Да хорошенькие такие, глазки серые, а у этого глаза голубые. Но тут, видно, не видно будет. И мамка их. Когда отдал их, прошло дня два, она вдруг является мокрой, по траве где-то по огородам шла и в зубах котенка принесла белого. Через два дома тут. Ой, да хорошая кошка, да благословит тебя Господь. В хорошие руки ты попала тут. Хотя и у нас тебе было неплохо. Нет, кошку брать мы не будем. Она и будет учить мышей ловить.
Да какая хорошенькая. Бродя сейчас с улицы подобрал. Ну такая ласковая. Так мышек ловит. Смотришь, опять поймала. Вот это чернявая. Никогда у меня черных кошек не было. А это палевая паля. А это называется чернявка черная. Не дает даже гладить. Это прямо ластится. Ляжет прямо на клавиатуру. Черноглазая такая. А у этой глаза коричневые. Вот она. Какие красотки. Две подружки. Паля никого к себе не допускала. А эту приняла и спят, и все время друг друга обмывают. Вот она и все дело. У Пали хвост, как у лисы. Ой, да пришла она ко мне. Да ластится тут. Ну, вот она что. Ну, чернявая, с улицы. Там еще три, но я их тех в храме держу. Видишь, что делает? Вот она как. Вот сейчас, вот как. Это у меня колонки. Колонки. И она на них вот заберется. А там у меня Роман малыш был. Похоже, он сделал избушку. Так, сейчас я тут отведу вот эту сторону. Вот так. Там вот избушка на той стороне. И вот два окошечка. И туда голубь не может залезть. И воробьи сильно боятся. А жуланчики туда. Вот сейчас был я. Ну, уже наелись, видно. Семечек подсыпаю каждый день. Туда-сюда, туда-сюда в два окошка в эти влазят. Вот сейчас нету уже я. Опоздал. Я пошел горячей водой окно промыл, чтобы видно. И сейчас лучше видно. Вон он прилетел. Крышка сделана. Все, Роман, спасибо, Христос. А там машина стоит Сергея Пупкова. А дальше видно храм наш, где молимся. Вот она. Любит, чтобы смотреть туда. Вот она, кошка. Глаза, как у пантеры. Все. Котяра же это, да, вроде? Ну, вроде грязная. Походу, да. Или это как кошка, рыжик? Нет. Рыжик? Вон она идет.